Боярышник, сушеные яблоки, арахис, печенье. Это то, что так любят птицы зимой. В Одинцовской библиотеке номер 1 прошел мастер-класс «Птичьи лакомства». А как вообще идея возникла? То есть вы решили помочь птичкам или вот как-то еще создать произведение искусства? Идея созрела внезапно, когда напротив моего окна в рабочем кабинете мы увидели, скачут синички, а еды-то и нет. И мы решили, что следующий мастер-класс в рамках студии «Руки не крюки», у нас «Руки не крюки», у нас золотые руки у всех, будет именно по изготовлению такой оригинальной кормушки для птиц. Ребята понимают, что помогать птицам зимой необходимо, ведь многие без корма не переживут и пару дней. Мария уже не в первый раз делает декоративные венки, а вот съедобный получилось сделать впервые. Мне больше всего понравился вот этот венок, а еще мы делали венок из бабочек. Заготовка самого венка из соломы, а на нее уже можно крепить остальные детали из натуральных материалов. Организаторы мастер-класса позаботились и о безопасности для зимующих птиц. Мы мелкие какие-то ягодки, орешки привязывали веревочкой. А крупные, это грецкий орех, мы скорлупу приклеивали. И птичкам будет очень удобно выдалбливать оттуда сердцевинку, само зерно. Всего 20 минут, и лакомство для птиц готово. В холодное время года важно помогать пернатым друзьям. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».